Здравствуйте, мальчики и девочки. Сегодня мы принимали участие в очень интересном фестивале, называется «Соль и перец». И я считаю, что мы сегодня и насолили, и наперчили. Взяли самый хардкор из нашего творчества и объединили это в один мощный сет. И нам всем это очень понравилось. Но самое главное, что это понравилось публике. И я вот теперь в смятении, как и многие из нас. Может быть, мы хардкор-группа? А? Да, прикольно, на самом деле. Поначалу еще тут, там, как когда народ запустили, выходил на улицу курить, там, Арафат подевал, чтобы никто не видел. Вот, думаю, мало народа, а на самом деле вышли хорошо, прикольно. Слайм видел? Там нормально такой. Да, там практически Circle Pit был такой. Ну, практически. Ну, хорошо, мне прикольно. Про запись альбома что? Работаем, Серега ко мне приезжает, я к нему приезжаю, работаем. Работа непочатый край. Ну, как обычно, если как не обычно, заканчивается. Да. Потому что у всех свое видение того, что в результате должно быть. У всех как бы какой-то некий вкус свой есть, который может в чем-то отличаться, в чем-то совпадать. И вот эти вот, получается, как бы, так
сказать, нужно входить в некий резонанс, чтобы добиться какого-то результата. То есть где-то не совпадает, где-то совпадает, вот этот качается, вот входит и оп, получается. Выступление на фестивале «Соль перец» прошло просто отлично. Мы сделали очень тяжелую, мощную программу из совершенно немелодичных таких песен. И народу это очень понравилось, была отличная отдача от зала, было круто. Так, ну что ж, мы сегодня писали немного историю рок-музыки российской и конкретно фестиваля «Соль перец», потому что это первый фестиваль «Соль перец», и это приятно. Вот где-то будет написано, что в первый раз выступали «Слот и пилот» и еще куча коллективов. Вот, значит, и... и, в общем, это хорошо. И мы желаем фестиваль, чтобы он продолжался, потому что сегодня было бодренько. Желаем хорошее освещение и в прессе, и на сцене, потому что мы сегодня не понимали, где мы находимся, что это за темнота, и вдруг какой-то свет. Уникальный сегодня работал света режиссер. Значит, но в целом бодрячок, нечего больше сказать, в том плане, что все хорошо. Новый альбом. Черт возьми, новый альбом. Да, это мы его делаем, да. Мы его делаем. Он будет готов, но мы не знаем когда. Но мы уже близки. Нам ставятся очередные задачи. И Кирилл Селыч Немалев, наш продюсер, нам сказал, что нужна еще такая песня, и да, и вот такая. И мы этим занимаемся, они уже написаны, теперь нужно писать полтора текста. В одном есть хотя бы идея, поэтому я говорю полтекста. А в другом вообще ничего нет, поэтому целый текст. И я думаю, а мы вообще успеем выписать в 2015 году, как мы обычно делаем осенью, ну или в конце нечетного года. Может, сейчас получится первый прецедент, что... Никита? Да, значит, первый прецедент, что будет календарно между альбомами уже не 2-3 года. В принципе, чем группа круче, тем реже она выпускает альбомы, так что мы уже... Шутка. Когда успеем, сделаем. В общем, ждите, уже есть название, Глум рисует обложку, он будет опять какой-то другой немножко. Ну, в общем, это слово.